Привет, это Ключ, и я Гера. Прогулявшись по альпийскому курорту Гармиш-Партенкирхен, мы смогли полюбоваться старинными улицами и сказочными постройками, оценить красоту парков и близость альпийских вершин, увидеть традиционные баварские рестораны и магазины. Полные впечатлений мы направились к озеру Рисарзее, которое расположено к югу от Гармиша на высоте 785 метров. Это небольшое озеро было заложено в средние века. Прогулка вокруг займет около получаса. В начале 20 века здесь проводили множество соревнований по зимним видам спорта. Знаменитым это место стало после Олимпийских игр 1936 года. Особенно осталась в памяти одна из опаснейших трасс в мире по бобслею. Неподалеку от Гармиш-Партенкирхен находится большой олимпийский трамплин «Гроссе Олимпиашансе», который был построен в 1921 году. Свое название он получил после Олимпийских игр 1936 года. В 10 минутах езды на машине от олимпийского трамплина мы окажемся в удивительном месте, которое называется Партнахклам. Это ущелье протяженностью около 700 метров образовалось примерно 240 миллионов лет назад. Ежегодно сюда приезжают более 200 тысяч туристов. В Партнахклам круглый год не умолкает шум реки, которая придает этому месту горную свежесть и прохладу. В летние месяцы на выходе из Партнахклам вас приветствуют ласковые прямые лучи солнца. Зимой берега реки и частично стены ущелья покрываются рельефными кристаллами льда. В 15 километрах от Партнахклам у подножия горы Цугшпитце расположено озеро Айбзие. Это одно из самых красивых альпийских озер Баварии и единственное в непосредственной близости от горы Цугшпитце. Это так называемое слепое озеро с глубиной 36 метров. Вода прибывает и убывает под землей. В сегодняшней форме озеро существует около 4000 лет. После того, как сошла крупная снежная лавина с горного массива Цугшпитце, в предгорье образовалось это прекрасное озеро с водой оттенка аквамарин. От озера Айбзие подъемник доставит вас на вершину горы. С высотой около 3 километров Цугшпитце является самым высоким пиком Германии. Название горы впервые обозначилось в конце XVI века и, предположительно, связано с зимним сходом снежных лавин в низину. Средняя температура в летние месяцы – плюс 2 градуса, в зимние – минус 11. Этот горный массив обладает тремя из пяти мест вечного снега и регулярного схода лавин в Германии. С конца XIX века на вершине горного массива возвышается пятиметровый религиозный крест – Гипфелькройц. Первое подтвержденное восхождение на гору было зафиксировано в 1820 году. У подножья горы Цугшпитце расположены многочисленные постоялые дворы и лесные домики для гостей региона. С 1949 года Цугшпитце является лыжным курортом, где действует 6 подъемников на 12 лыжных маршрутах. Маршрут с названием «Супер-Джи» является самым сложным. Стоит обратить внимание на смотровую площадку «Альпспикс» и полюбоваться на снежные вершины, увидеть границу 4 стран – Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Впечатление, которые мы получили от путешествия по региону Гармиш-Партенкирхен, поистине незабываемы. Чтобы прочувствовать всю многогранность этого сказочного места, имеет смысл побывать здесь в разные времена года. И я надеюсь, что вы составите мне компанию. Спасибо за ваше время. Увидимся.